Всех приветствую на канале Helping Animals. Женщина спасла маленького серенького котенка, но все изменилось. Новозеландка Кэтрин Ван Бика однажды ехала на машине по рабочим делам. На обочине она увидела какое-то маленькое серое существо. Сперва Кэтрин подумала, что это мышка. Но что-то заставило ее остановить машину и проверить. Оказалось, что на обочине лежал крохотный котенок. Ему от силы было пару дней, даже пуповина была видна. Что случилось с его мамой и почему котенок остался без опеки, девушка узнать не смогла. Понятно было одно, крошку нужно спасти. Конечно же, Кэтрин взяла малыша с собой. Серенького котенка с голубыми глазами она назвала Брюсом. Любовь и ласка человека помогли детенышу окрепнуть и вырасти. Но через некоторое время Брюс начал меняться. Его серая шерсть стала черной, а глаза – зелеными. Так Кэтрин стала обладательницей элегантного кота. Девушка представить не могла, что ее питомец так сильно изменится. Но ей объяснили, что это нормальный процесс. Новозеландка признается, что теперь и дня не может прожить без своего чудесного кота. А день, когда они встретились, Кэтрин называет особенным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.